Погодка хорошая. Добрый день, скажите, а что такое бедарка? Я не знаю. Не знаю, честно. Бедарка? Даже не могу сказать, так предполагаю, телега какая-то. Бедарка, это еще сложнее. Бедная арка. Доброго дня, скажите, а что означает швыря? Швыря означает, ну, как бы не палка, а вот, перенеси швыря. Ну, вот это я имею в виду. Понятия не имею. Швыря, червяк. Перша буква Ч. Швыря? Честно не скажу. Нет, не слышал. Может, такая клякса? Не? Швыря, такое украинское слово. Ну, я понимаю, но это вы, наверное, выбираете для того... Очахник неморучий, ви знаєте, що таке? Ну, можливо, щось на кшталт краля, як варіант. Чого я теж не знаю, що це западає? А міжень. Редиска какая-то, нехороший человек. Чвыря, мне кажется, это вот на земле грязь. Доброго дня, скажите, а что означает слово добродь? Спасибо. Извините. Простите. Скажите, а что означает плакаты? Плакаты? Плакаты. А те, що ми бачимо на вулиці кожен день. Мабуть, якісь шматки паперу. Реклама якась, можливо, плакати. Нет. Я в русской школе учился. Плакати надіються, в общем-то, можна сказати. Не готов відповідати на вопрос. Зашарітися. Не знаю. Що означає зашарітися? Здорово. Испугаться? Это засмущаться. Червоніти там, смущаться, в общем. Можно мне не записывать, пожалуйста? Ну, это за... Как? Я по-русски понимаю, по-украински. Как вот? Шарики забегают. Как это? Вот зашаритесь. Ребята, добрый день. А скажите, кто такой Фитюга? Не знаю. Предположение. Вообще никаких у него спросить. Не, я вообще понятия не имею. Кто такой Фитюга? Да. Не знаю. Фитюга. Не знаю. Айфон звонит. Звонок другу? Сейчас, а давайте спросим у него. Фитюга? Фитюга, да. Давайте уточним. Александр, нас снимают с вами по телевидению. Скажи, пожалуйста, что такое фитюга? Наверное, там от слова фетиш, наверное, такое, что какой-то корень. Первый раз слышу. Нет, не знаю. Ну, все-таки, наверное, не в том году я учился в школе, чтобы знать это слово. Нет, это не ругательное слово, Александр. Я повторяю, нас с тобой снимают по телевидению. Это сейчас важно и не смешно. А шнява что такое? Шнява? Даже не знаю, может, что-то обидное слово. Может, котлетка какая-то. Что-то вкусненькое, да? Да. Нет, это уже точно не могу даже и предсказывать. Шняга. Серьезно, я знаю, что такое трухан, индюк. Так, нет. Соберись. Фитюга. Девушка спрашивает, говорит, друг гуглит. Я говорю, да не, нормальный чувак. Я слышу по клавишам. Ну, сейчас попробую загуглить. А шняга что такое? А, шняга, шняжная. Жизнь общажная. Это когда что-то плохое тоже вытекается, может, такое что-то. Шняга, ну, типа хоть. Что такое шняг? А, все, понял. Какая-то вещь, какая популярна. Ну, именно вещь. Ну, типа какая-то крутая штука. Наверное, то же самое, что шняба. Ну, короче, шняга это когда, короче, прикольно, походу. Вот. Вот вчера нашел такую шнягу. Вот, а сегодня потерял. Раз, два, три, нас выключают, Саш. Проиграли не мы, а ты.